сорт яблони Джунами. Это зимний сорт, среднерослый, с редкой кроной. Хорошо формируется дерево. Здесь по двое у нас 5418. Плоды имеют такую плоско-круглую форму, иногда шаровидную форму. С малиновым, таким темно-малиновым румянцем по всему плоду. Хранятся плоды до февраля. Мякоть у плодов такая вот белая, сочная, хрустящая. С превосходным сочетанием сахара и кислоты. Кислинка здесь незначительная. Сахаристость повышенная. Очень вкусное яблоко. Дерево болезнью поражается очень слабо. Лист практически вот тут чистый. Плоды чистые. Есть прирост. Одно дерево здесь маточное насаждение. Есть приросток. Сорт яблони Джунами. На 12 октября 2023 года. Черкасская область.